Паншер вне зоны доступа, талибы хотят надавить на сопротивление. Представители афганского сопротивления прокомментировали ситуацию с отключением связи в Паншере. Душанбе, 29 августа, Спутник. Афганский фронт национального сопротивления объяснил ситуацию с блокировкой сетей связи в Паншере, опровергнув сообщение о нападении талибов на ущелье. Почти сутки назад талибы оказали давление на все действующие телекоммуникационные компании в Афганистане, чтобы они приостановили работу на территории Паншера. Пресс-секретарь фронта сопротивления Фахими Дашти сообщил Спутник Таджикистан, что из-за действий талибов в Паншерском ущелье нет доступа к телекоммуникациям уже сутки. Возможно, их мотивом является то, что они хотят оказать давление на фронт национального сопротивления Афганистана. Но у военных есть свои средства связи, а отсутствие сети становится проблемой только для жителей Паншера, сказал он. Мы контролируем не только Паншер, но и части провинции Баглан, горы провинции Парван, части провинции Нуристан, Бадахшан и Тахар. Сопротивление растет день ото дня, и наш прогресс растет, сказал Фахими Дашти. Паншер – единственная афганская провинция, которая еще не находится под контролем талибов. В ущелье базируется Афганский национальный фронт сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом-младшим, сыном национального героя, паншерского льва Ахмад-Шаха Масуда.